Смотри, какой белый мишка красивый. Куда его повесим? О, может, сюда? Или сюда? Давай сюда повесим, да? Очень красиво будет у нас тут елочка. Артуру 6 лет. Несмотря на юный возраст, он успел пройти через множество испытаний. Каждый день мальчик учится, казалось бы, простым для любого человека вещам и дает отпор страшному диагнозу – ДЦП. Когда малыш только родился, его мучили постоянные приступы. По словам матери, они случались по 50-60 раз в сутки. Приступы продолжались до 3 месяцев. И нам надежду не ставили, то, что вот у вас ребенок будет ходить или что, он будет лежачим, и опасно, ну, заниматься с ним всякими терапией, АФК, сильные нагрузки давать, так как эти приступы могут вернуться. Родители боялись заниматься за своим ребенком, но через какое-то время пошли в платную клинику. Уже через пару месяцев с начала реабилитации стал виден результат. Малыш стал сам держать голову, сидеть и опираться на руки. Для наших занятий реабилитацию необходима очень крупная сумма. Каждое наше занятие стоит 2000 рублей. Это только в день. Ежедневно заниматься в течение года – это очень большая сумма выходит, которая не под силу нашей семье. Чтобы продолжить развиваться, ребенку необходима реабилитация. Но оплатить все занятия его родители не способны. Если вы хотите помочь Артуру обрести шанс на полноценную жизнь, отправьте любую сумму по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. Анастасия Федорова, Ильдар Гареев, столичное телевидение, вся Уфа.